я в тельняшечке грязной шел по насыпи мола. Вдруг тоскливо и страстно стала звать Родион. Купите фиалки, вот фиалки лесные. Купите фиалки, они словно живые. Как я рвался на море, бросил дом безрассудно, и в рыбацкой конторе все просился на судно, умолял, караулил, но нетрезвые скрепцем рыбаки хохотнули и назвали младенцем. Так зачем мою душу так волновала, посылая на сушу брызги сильного шквала, кроме моря и неба, кроме мокрого мола? Надо хлеба мне, хлеба. Замолчи, Родиола. Сел я в белый автобус, белый, светлый, хороший. Там вертелась, как глобус, голова контролерши, назвала хулиганом, назвала меня фруктом. Как все это погано! Эх, кондуктор, кондуктор. Ты не требуй билета, отвези на толкучку. Я как маме за это поцелую вам ручку. Вот стою я, где ругань, где торговля по кругу, где толкают друг друга и толкают друг другу, рвут за каждую гайку русский, немец, эстонец. Да купите ж фуфайку, я отдам за червонец.